сколько миров вокруг, сколько всего. Порой бывает, что идешь там, там где-то ветка сломанная висит, вот, вот не так висит. У нее форма вот, вот слегка, ну какая-то особенная. Глянула, а тебя вдруг навеяло на образ, я не знаю, женщины или смерти, или, или вдруг в этом космос увидел какой-то. Ну а сейчас это в голове приходится делать. Приходится вместо тех этюдов представлять все это где-то. Заставлять себя видеть в этой черноте, которая перед глазами, заставлять себя нарисовать картинку. Жизнь достала, порядком достала. Я был мертв. Я там, там побыл, я дошел до рубежа, а потом, потом пошел обратно. Там была тишина, там был покой, там было хорошо, там было намного лучше, но все-таки я там был. Я пришел, вернулся обратно. Теперь на дне меня просто нет, мой затерся свет. Есть такое выражение? Церковь – невеста Христова. Первая ассоциация, что на невесту, на образ на невесты – церковь. Потом дальше – желтый, во-первых, цвет куполов, потом голубой, золото на голубом, потом белый, а белый со снегом. А на снегу бывают такие красивые тени, перепады. Вообще белого снега на холсте не бывает. Его нельзя писать белой краской. В нем вся... вся радуга. Если Христос, церковь, это космос, это мир, значит, вот чернота, космическая чернота, глубина. А желтые пятна, там, там цветы будут. Они будут выпадать и из фаты сыпаться на белый снег. Вот получилась невеста. Первая выставка была вообще первая в жизни. Это уже у Слепого. Начал я работать от того, что ребята денег набрали, от того, что меня кормили, от того, что меня куда-то отправляли, одевали. Вот, ну не могу я просто так в петлю залезть и уйти. Вот придумал, накрашу картинок, продам, раздам долги и опять в петлю залезу. А потом получилось, что картинки-то первые намазал, накрасил. Фонд Союза художников принес. Там Галина работала, заведующая выставочным залом.
Она поняла, что в этом что-то есть. Она мне стала помогать. Ёлки-палки. Оказывается, это кому-то надо. Оказывается, что-то у меня получается. Я-то не знаю, получается или нет. Я же не вижу этого ничего. Я не знаю, чего я там делаю. А говорят, что намного лучше, чем раньше. Выходит, глаза-то мне не нужны были. Выходит, глаза-то вообще не нужны для того, чтобы писать картину. Есть такое хорошее выражение. Выставка – это стриптиз души. Сам себя наедине с собой, наедине с холстом выплескиваешь себя, а потом... Потом это выставляешь, потом это смотрят. Если один из миллиона, один человек увидел и просто молча подошел, я чувствую, что он меня в этой картинке, он меня понял. Мне больше ничего не надо. Сейчас я ведь сам на выставку прихожу, я же еще и не зритель, я слушатель своей выставки. Вернее, даже не своей. Потому что я их делаю, я их не вижу. Я не вижу то, что получается на холсте. Я вижу их внутри себя. А то, что выплеснулось, судить-то не мне. Много там. Много в глазах у человека. Художник, ну, в моем так представлении, это человек, который в душе остался ребенком, который не думает словами, который умеет мыслить образами. Сережа, нам очень нравятся ваши картины. Мы восхищаемся вашим мужеством. Я хочу вам пожелать, чтобы вы нашли силы жить и творить. Чтобы у вас успешно прошла операция. Спасибо вам. Вам, за все. Вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. За то, что хорошо. Вы спасибо. Вот забавное было начало. Начало какое? Чего? Не, Сережа, начало было забавное в Москве. География московская, получается, прослеживается. Кунцевский музей, 8 работ. Кузнецкий мост, 63. И Тверская. Хоть там и зал, конечно, такой. Не, ну он хороший, но он уютный, маленький. Уютный, да. Там пёстрый достаточно, то есть там еще и какие-то лица. Другие же ходят. Ажиотаж у публики был на выставке? Да. Не, ну смотря, что называть ажиотаж. Смотря, интерес кого был. Называть публикой. Нет, а вот ты когда был, смотрел книгу отзывов? Да. Ну, во-первых, на мой взгляд, это было дико интересно. Потому что там было очень много записей. Это мне нужно. Все, поехали. Да. Поехали как? Чтобы знать все. За ирригацию Узбекистана. Ура. Хороший тост. Грех не выпить. Надо подержать. Хорошо. Чистый солод. Чисто символический, за шоколадный. Вы в Иркутске столько выпили за будущее. Столько выпили. Где оно? Недавно песенку забыл. Послушайте. Ну, так уже слушаем. Ну, давай. Покажи. Сейчас. Ты не плачь по мне, я теперь на дне сыро здесь и грязь все дано. Смейся, что же тут, ведь еще живут
где не порван рот, где душа живет, где душа живет, да в печальный год, как еще жива, без понятия, без понятия, вся добратья, а в голодных ртах звезды на крестах. Ты не плачь по мне, я теперь на дне, меня просто нет, мой затерся след. Вот с прежними, со старыми картинами, такой тоже случай получился не очень хороший. Ведь много их было. Они у меня валялись, пылились под кроватью там, на антресолях, везде. Друзьям показывал, хорошим знакомым показывал, студентам, художникам. А потом, когда попал в больницу, и когда друзья волосы друг у друга выдирали и говорили, это мое, это твое, а я тебе вот столько дам, но ты мне ее отдай. Кошмар. Жёг я их все. Аукцион сегодня не совсем обычен. Вашему вниманию будет предъявлено ряд картин художника Сергея Поползина. Дело в том, что этот человек с необычной судьбой. Собственно, все мы с необычными, по-своему необычными судьбами. Но этот человек прошел через очень сильное потрясение, в результате которого он потерял зрение. Но он нашел в себе силы вернуться к жизни и писать, работать. И все те картины, которые сегодня будут предъявлены вашему вниманию, написаны им по памяти. Это, я бы сказал, крик из глубины души. Аллея для двоих. 32 тысячи раз, 32 тысячи два, 32 тысячи... Не пугайте, три должен говорить я, это продано, да? Итак, 33 тысячи. 33 тысячи раз, 33 тысячи два. 35 тысяч. 35 тысяч. 36. 36 тысяч раз. Ваше возражение? 42. 42. 42 раз. 42 тысячи два. 42 тысячи три. Продано, аплодисменты. Мы благодарим вас за покупку. Спасибо вам большое. Это самое первое не только аукцион, а первый раз в жизни у меня купили картину. Вообще я всегда только дарил. Это страшно. Я не умею продавать. Что-то, какие-то деньги, что-то... Ой, грязь это все. Когда картины уходили, с одной стороны, радость, что правда это кто-то меня там увидел, это у кого-то дома я буду висеть. Вернее, не я в петле, а моя картина на стене будет висеть. Мы будем общаться. А с другой стороны, что это оценивается в эти самые звонкие монеты, от этого дико страшно, а из-за того, что себя приходится продавать. То есть сделанная кусок, часть меня на холст выплеснута, и это за деньги. Страшно.
масса, толпа, страдает тем, что они жаждут маски. Если им действительно поставить на обозрение обыкновенную голую душу, они смотреть на нее боятся, не хотят, отворачиваются. Им нужна маска. Толпе. Толпе нужна маска. Когда я уже был на грани, я уже был на тупике, вдруг ко мне пришел один знакомый и сказал: «Сережка, а у меня вот есть железяка, которую я нашел вот в своем подвале. Ну вот ты интересуешься оружием». И принес мне ржавый-приржавый пистолет. А я на него посмотрел, говорю: «Зачем он тебе? Отдай». «Да ради бога, отдал и ушел». Мысли вообще были такие шальные. Хотя там, наверное, черт помогал. Ну, пулю я отливал из выдавленных тюбиков из-под красок. Мне нужен был один патрон. У меня этот пистолет необходим был только для этого, для моего последнего выстрела. Пистолет сделал, патрон сделал. Пороха засыпал, пулю зафиксировал, капсулу вставил, и все. Пистолет лежал под подушкой. Долги раздал, все. Все вроде было закончено. Пистолет лежит, он меня ждет. Моя пуля, мой патрон. И ушел. Нашел проститутку. Купил водки, вернулся домой. Проститутке этой выпоил всю бутылку водки около своей двери. И отправил обратно на вокзал. Иди, говорю, работай. Вот, вот такая была последняя моя зрячая картинка. Вот она, моя смерть, вот она меня ждет. Мне все равно, в конце концов, сейчас или через 3 дня. Какая разница? Я выстрелил. Ее увидел огонь. Голова на вылет. Я чувствую, течет кровь. Я чувствую жар и брызги. Вроде какая-то резкая слабость. Пистолет уронил. Смотрю на этот мир. Какой был, такой и есть. Никуда я не умер. Мозги мои продырявлены, а я живой. Как есть живой, так и есть живой. Странно. Ну вот кровь в глаза бьет. Смотреть мешает. Я упал на пол, фонтаном била кровь. Я не умирал. Видел. Через 25 минут приехала скорая помощь с милицией. Я их видел. Но когда сделали операцию, я был слепой. Как можно вообразить темноту, вязкую темноту? Как? В полной, в идеальной темноте вазелин. И ты не имеешь ни тела, ни мыслей. Тебя нет, но ты есть. И вот ты течешь через этот вазелин. Ты темный, вазелин темный. Все в черноте, но через всю эту вязкую черноту, вязкую темноту, ты видишь там свет. Изнутри чего-то ты видишь цель, ты видишь, куда ты идешь. Тяжко туда идти, очень тяжело, а вроде бы и ничего вокруг, и тебя нет. Ощущения там абсолютно такие, что наш язык, увы, беден. Ну, попробуй спросить у мухи, как она видит наш мир, что она расскажет, кто ее поймет, и она тебя не поймет. Как человек. Это невозможно. Если кому-то интересно, что и как там, ну сходите. Хотя не советую. Услышал часы на стенке без стекла. Тикают. Это время. А если на ассоциацию уходить, то время вообще это материальная часть нашего мира, которую мы можем чувствовать. Мы же видим, как оно течет. Вот оно, вот тикает перед глазами каждый.
Ждемик. Она давно назревала, я просто не мог осознать, что, что внутри вот копится, что хочет выплеснуться наружу. Взрыв такой внутри был, никак улечься не мог. Вот что-то сделать надо, что-то. А что, не могу понять. Пока не чувствую. А там почему-то руки сами взяли черную краску. Взял, все черным покрыл. Думал, думал, думал. А потом почему-то во сне как-то увидел что-то прорывающееся. Вот сон был. Чернота вот эта перед глазами, она у меня сейчас, я ее ощущаю не как глубокую черноту, а как пелену. И во сне я видел, как она порвалась. Какой-то такой разрыв, рваный такой. Мой черный мир на белом холсте. Я специально же его не закрашивал весь, а белые просветы чистого холста оставил. Вот и как-то и получилось. Дело в том, что понятие вообще жизнь, смерть, понятие самоубийства давно покоя не давало. И за кладбищем хоронят самоубийц, и в мир Христа его не принимают, и он вообще неприкаянный, то есть он ни к черту, ни к дьяволу, ни к Богу, ни к Иисусу, никуда. Он изгой, самоубийца. А я так подумал, а может быть человек, совершивший самоубийство, сознательно дошедший до этого своим мозгом, своей волей, дошедший до того, что самоубийство – это переход через ступеньку. Шаг не на следующую, а через ее. Поэтому он везде был изгоем, поэтому он нигде не чистился. Первую зиму я прожил вдвоем со своей кошкой. Мне соседи, они собирали бутылки, покупали хлеб и приносили мне. Относительно Галины, она тогда помогла мне в этот самый тяжелый период. Она приносила мне краски, она покупала холсты. Она помогла меня заставить на себя посмотреть по-другому. Есенин для меня, это, по-моему, это не настолько поэт, насколько философ. А у могилы Есенина я не знаю, я почему-то видел огромную яму, квадратную, вернее, прямоугольную, уходящую в никуда дыру, в черноте черную бесконечную дыру, яму или, наоборот, высоту. Вот это чувство. Как-то связало, сковало. Какое-то легкое оцепенение было. Что такое Бог? А я так сам себе придумал. Одно время к баптистам ходил. В православную тоже ходил. Иконы рисовал. Мои иконы где-то в церкви висят. Люди пытались себе и другим объяснить, что такое Бог. Это организм, нормальный, огромный, живой организм. А мы составная часть элементарных частиц этого организма. Планета эта исчезнет, Господи, взорвем мы ее сами ее сожрем. А что в мире-то изменится? Ведь ничегошеньки. Мир как был, так он и будет. А мы тут, как мы себя любим. Грустновато от этого.
Надоело уже мотаться, мыкаться. А так как не было ничего, так и нет. Ни кола, ни двора. Ладно, бог с ним там, с бытовыми делами, но работать-то и то негде. Постоянно эти перетаскивания с места на место где-то в уголке. Красить приходится. Не до хорошего. Хоть бы свой уголок был. Сейчас вот ладно здесь, в Москве. Друг пустил. Живу пока в выставке. А ведь все кончилось, выставки кончаются. А возвращаться-то и некуда. Нормально, позвони только в галерею, не забудь. Телефон у тебя, дед, записан. Пока. Давай. В марте приеду.